Здесь бродят псы, доверчивые и тощие. К прохожим льнут, не отогнать никак. Хозяева на новую жилплощадь с собой не взяли кошек и собак. Продуты ветром черные бараки. Здесь по ночам, дотянув вперед взгляд, оставленные кошки и собаки поодиночке в комнатах лежат. Еще в углах живет знакомый запах. Еще надежды дух неистребим. И вздрагивают головы на лапах. В коротких снах приходят люди к ним. Настал сентябрь. В покинутом квартале над блеклой листвой кружится сор. Вдруг резко тормоза скрежетали. И мальчик с плачем бросился во двор. И закричал у дома. «Борька! Борька!» Взъерошен, длинноногий, длиннорук. По лестнице бежал и плакал горько и снова принимался звать. И вдруг явился кот. Облезлый, грязный, драный. Сощурился на громкий зов, на свет. Уже привыкнув к жизни несуразной, где дом, не дом. И человека нет. И мальчик потащил его к машине, не чуя ног, не чувствуя земли. И слезы счастья, самые большие, на шерсть кота бесстрастного текли. А из такси родители смотрели. Не говоря друг другу ничего. И их сердца внезапно подобрели, постигнув сердце сына своего. Они, наверное, чувствовали смутно, что мир вещей, отнявший столько сил, мир суетных забот сиюминутных, их души постепенно исказил. Но только если глупый мальчик плачет, целуя в нос несчастного кота, то это все в конечном счете значит, что в жизни есть любовь и доброта. И улыбалась женщина устала. Муж смотрел растерянно в стекло на жалкие строения квартала, где детство их давным-давно прошло. Игривый, ласковый клубочек счастья ищет дом. Мальчик 3 месяца, к лотку приучен, здоров и очень милый. Хочешь подарить ему семью? Благовещенец. Потерялась собака, кобель, 8 лет, зовут Борис, рыжего окраса, знает команды, негр сильный, район Чигирея, аэропорта. Все, кто знает какую-либо информацию, позвоните, пожалуйста, по телефону. Благовещенец. В связи со смертью хозяйки срочно ищут дом 2 очаровательных кота-парня. Одному 3, второму 1,5 года. Хозяйка умерла, котики остались никому не нужны. Родственники приезжие, поэтому долго их держать в квартире не смогут. Уедут, котов выпустят на улицу. Благовещенец, Жужич, дом самого любящего хозяина. Собака маленькая, по типу спаниеля. Она совершенно домашняя, возможно, раньше такой и была. Дома не пакость. Благовещенец, собачку подобрали на улице. Она лежала на морозе, тихо и молча ждала смерти. Ее сбила машина. От болевого шока собака не давалась в руки, но ее поймали, отвезли в клинику. На пару дней ей нашли передержку, но этого мало. После ее совершенно некуда девать. Не так давно наш волонтер нашла породистого щенка. Откликнулось очень много народу. Все хотели взять его на передержку.
Большое вам спасибо за это. Но неужели у дуба родила есть порода? Нет, мы отказываемся в это верить. Пожалуйста, отзовитесь. Раунд. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я просто обожаю котов и кошек. Муж у меня любит птицы именно. Наверное, поэтому в доме у меня 4 птицы, нет двух. Вот. Речь идет у меня об одном попугае породы Карелла. Представители, вы его видели здесь. У нас до этого уже были два волнистика. Они достаточно распространенные птицы. И тут мы захотели взять Кареллу. Они покрупнее, они, соответственно, интереснее и так далее. Долго мы не выбирали. Артем взял самого, как мне показалось, любопытного из клетки. И принесли мы его домой. Так как муж чаще бывал на работе, а я находилась с попугаем, соответственно, получилось так, что больше контактировала с ним я. И я его возненавидела. Я, наверное, впервые испытывала такую ненависть к животному. Потому что мы не учли, что порода этих попугаев, самцы, они очень сильные. Это не волнистики, которые еще лечат, а эти прям орут. Так что у тебя перепонки туда-сюда ходят. Я психовала. Я люблю днем поспать. Я люблю почитать. Вообще в тишине побыть. А с ним это было невозможно. Абсолютно. Я помню, как я звонила Артему, психовала, говорила, я его выкину. Я говорю, я его ненавижу. Прям вот настолько ненавижу, у меня такая злоба была на него. И я всерьез думала о том, как мне его отравить. Потому что знала, что муж не отдаст, и я прям реально думала, я его травану и все. И на этом прям вот покончим с этим. Настолько у меня вот злоба была. Потому что он неуправляемый. Плюс ко всему, ожидания наши немножко не оправдались, мы хотели себе такого ручного, ну, сикусику такого, чтобы он там к тебе бежал, случай кушал, а этот у тебя шипит, орёт. Причем в первый раз вообще узнаешь, что попугай умеет шипеть, как змея. Просто и ты такой, господи, что это за смесь какого-то змеи и кота. В общем, было достаточно дико в первый раз. И вот такое вот состояние ненавидения у меня, наверное, года два длилось. Пока однажды он, знаете, летал по комнате, ну, такое бывает часто, они ничего не успеваются где-нибудь, начинают летать в панике, биться обо что-то. Но, в принципе, он, когда это делал, все в порядке было. А тут просто стартанул, полетел, немножечко ударился, походил, сел на кресло, взлетел, а я помню, фильм смотрела. Смотрю фильм, и краем глаза просто понимаю, что что-то не то происходит. По итогу, раз на паузу поставила, смотрю, не могу понять, что такое. Второй раз поставила. Потом до меня дошло, что у меня попугай хрипит. То есть, ну, вы, наверное, вряд ли услышите, как вообще птица дышит, а тут он реально хрипел, закатывал глаза, и было ощущение, что он то ли задыхается, то ли его тошнит. То есть, мне реально казалось, что он задыхается, что он не может дышать, что он не может вдохнуть воздух, или вот что-то наподобие этого. Вот тогда я впервые, наверное, перепугалась за него, просто перепугалась. Я помню, позвонила в клинику. Я говорю, девушка, помогите, пожалуйста, ну, давайте запишемся к вам в Ревелу.
Наверное, вы знаете, а у нас орнитолог будет только в четверг, а это было воскресенье. То есть у нас, видимо, в городе проблема с орнитологами. Записаться я записалась на четверг, конечно, но прям помню, что у меня подступали слезы глазами, вы девушка. Скажите, пожалуйста, чем мне его можно хотя бы попоить, потому что, ну, я не знаю, что это. То ли ему дышать тяжело, то ли его рвет, то ли школу, вот этот позывы, и не могу сообразить. Она мне говорит, не дышайте ромашки, дайте попить ему. Там какую-то пропорцию сказала. Дала я ему попить, убрала нормальную водичку, поставила вот эту. Он вроде попил, но все равно вижу, что у него нет, он начинается вот эти моменты задыхания. Помню, как я просто села на него, Яша, пожалуйста, только тебя умоляю, блин, ты сейчас, давайте не буду еще умирать, не надо, доживи. Мне было настолько жалко и настолько, наверное, стыдно за то, что он, за то, что я его ругала, за то, что я желала ему такого, и временами шугала его, чтобы он не орал, потому что это, в принципе, единственная возможность, чтобы он на несколько минут замолчал. И вот тогда мне было действительно страшно. Наверное, как раз в тот момент я поняла, что я его люблю, несмотря на то, что он вытворяет. Потому что, знаете, с болезнью как-то ушло на задний план вот эта вот ненависть, и вспомнила, что он вытворяет какие-то странные штуки, что, как мы говорим с Артемом, ловит шизу, это когда он начинает растопыривать крылья, сам себя кусать и бегать, и, не знаю, кусать нас за пальцы. Но это так любовь-то получалась у него всегда. Он не кусал нас специально, он как-то облизывал, было так смешно, как будто бы тебя не кусают, а пытаются до смерти залезать. И вот это вот все встало на передний план, вот это чувство стыда, это было отрезвляюще, что ли. Попугай полегчало. По итогу его вроде как кто-нибудь думал, то ли что-то еще, я даже не поняла, что произошло. Но на следующее утро он нормально дышал, все было в порядке. И в четверг, наконец-то в четверг, я дожила до этого дня, я повезла его к врачу. Врач решила, что он просто, когда ударился, неудачно ударился грудной клеткой и защемил себе, короче, зоб ударил, как раз вот лечить приваривается, потом она где-то там застряла, и вот он не мог с ней ничего сделать. Знаете, мне еще до этого случая часто снились сны, когда у меня попугай умирал во сне. То он просто был при смерти, то он там на него кто-то наступил. Ну, вот эти, знаете, все бредовые сны. И после этого, уже после этой истории, когда мне такие сны снились, они для меня часто выступали каким-то определяющим фактором, маячком. Потому что, естественно, проблемы с скрипом никуда не делись, мы просто с ними смирились, с скрипами. Но вот эти вот сны каждый раз возвращают тебя, и ты думаешь, господи, да все что угодно, ори, кричи, кусай, обдирай обои, потому что дома реально становится бардак. Все что угодно, только живи. И вот эти сны помогают вернуться обратно в позитив какой-то, в какую-то любовь к нему. И, наверное, теперь хорошо, что они есть. Внимание владельцев собак! Благовещенск! Следите за своими питомцами! Травят крысиным ядом. Сегодня в районе Дениса и Трудовая была подобрана собака, хозяйская. Предполагали изначально, что сбила машину, доставили в клинику. Врач склоняется к отравлению. Судороги сильные, кровь из пасти и пена.
Эти признаки знакомы всем опытным волонтерам. Собака умерла в клинике во время осмотра. Шансов не было. Считанные минуты. Это был явный самовыбор. Кобель овчаристый, лощеный и крупный. Возможно, хозяин будет искать своего невернувшегося друга. Так вот, его больше нет в живых. Берегите своих питомцев. Будьте внимательны при выгуле. Не позволяйте подбирать ком с земли. Началась отрава. Дмитрий Иванов, 29 декабря 2018 года, к записи подслушанном Егорьевске. Одукхандр. Уничтожение бродячих животных – это не смысл их жизни. Не хобби, не идея фикс. Это неприятная необходимость. Нам надо, чтобы не было бродячих собак. И все. Не будет шавка-шизиков, и бродячих собак не будет. И док-хантеров тоже. Это за шиза думать, что бедные собаченьки удар психов на себя принимают. А как собаченьки кончатся, так у док-хантеров будет ломка, и они с горящими глазами будут бродить по улицам, ища кого бы шмальнуть. Делать им нечего. У каждого своя жизнь, и занятия в ней найдутся поинтереснее. Зашиза судит о людях по себе. Это написала девушка Док-Хантер, и я с ней согласна. Померла вчера у меня собака. Даже похоронить по-человечески могу. На работе еще 3 дня. Слопало бы вроде что-то на помойке. Хоть одного док-хантера увижу, бить буду. Недолго, но больно. Ногами. Стриж 70. На поводке должна была сидеть. И в наморднике, а не шляться по помойкам. Ну, а по теме, этот зеленый троллинг про отравы на типа детских площадках на помойках уже надоел. Ну, неужели он старок настолько туповатый, что он до сих пор продолжает верить в эти байки? Хантеры гоняют только с пневмо. ВБ-2002. А без док-хантеров на помойках парная телятина валяется, что ли? Ну, бред какой-то, правда. А если собака невоспитанная и жрет всякую фигню на помойке, то это косяк хозяина. Фурм. Своего собаку в детстве научили не жрать земли. Так он и не интересуется, даже если мясо валяется. Способ жестокий, но действенный. Взял с земли, спиной по морде. Больно, чтоб запомнил. Нарочно кидаешь еду на землю, пока не видит. Ждешь, пока возьмет. И пинаешь. Не рукой бить, не ругать, а именно подогнуть неожиданно. Тогда у него выстроится логическая цепочка. Не мама меня бьет, и нужно ее бояться, а сожрал больно. Некоторые рекомендуют тут же давать команду. А по-моему, не надо. Он в принципе должен не брать, а не по команде. И так много раз подряд, каждый день, пока не поймет. Обычно учатся быстро. Понятно, что жалко пинать. Но если сдохнет от отравы и тухлятины, поздно будет жалеть. Так что надо, значит надо, как лекарство. Ну, или намордник не снимать на улице. Повод 23. Я, конечно, док-хантеров не одобряю, но владельцев собак, которые не соблюдают правила выгула, я не одобряю еще больше.
Ты лучше сильнее бей тех, кто собак без поводка и наворника выгуливает. А, тогда и до кантеров не будет. Надо причину, а не следствие устранять. Раунд. Людмила, пенсионер. Я попала в программу по переселению из ветхого жилья. И у меня случилась такая большая радость. Я переехала в новую квартиру, в новый дом. Абсолютно новый. А народ там собрался своеобразный, в основном из браков. И так как положено входить в новую квартиру первым, только за кошкой, ну, конечно, многие придерживались такой замечательной традиции. Но после того, как кошка входила, не каждый задерживалась в этой квартире. И у нас очень много было случаев, когда этих кошек выбрасывали. Сначала в подъезд, а потом и на улицу. А это было дело уже зимой. И очень много кошек было выкинуто непосредственно в зиму. А мы решили обязательно, чтобы в наш подъезд люди не заходили просто так, все желающие, потому что туда потянулся народ, мы поставили домофон. Но прежде чем его поставить, нужно было отбежать все квартиры в подъезде, договориться, взять денежки и потом уже установку. И когда я проходила между 7-м и 6-м этажом, непосредственно вот в самой ступеньке лестницы, я увидела, что лежит котенок, обыкновенный серенький полосатый котенок. А когда я подошла и ее потрогала, эту кошку, я потом узнала, что это кошка, она не шевелилась и была очень твердая. Я сбегала, включила свет, чтобы было видно со всех сторон. Она лежала, и у нее глаза были застывшие и с большими зрачками, они не шевелились и не реагировали на движение руки. Но я посмотрела, что она такая чистенькая, ухоженная. Вот. И думаю, ну, наверное, так как не все квартиры открыты, наверное, люди подойдут попозже и заберут. Ну, чья-то она должна быть, чтобы такая чистая, красивая кошка была брошена. На следующий вечер я пошла опять по квартирам, потому что во все я стучалась. Смотрю, кошка также лежит. И с теми же открытыми глазами, в той же позе, неподвижно. Я когда ее взяла к себе на руки, она вот как была вот таким чурбачком поленкой, вот такой полено, и вот она даже не сгибалась. Я ее принесла домой, сразу поставила водичку, чтобы она попила, потому что, ну, сильно уж она худенькая была, ну и наверняка ее не пила, не ела. А так как кушать сразу не положено, надо хотя бы попить. Вот. Я налила водички и побежала в магазин за кормом. Принесла корм, и мне в этот вечер надо было уходить. Для того, чтобы кошка как бы нигде не бегала и не сделала неприятности мне в квартире. Ну, я ее закрыла в туалете, постелила ей на чем спать, куда сходить в туалет, потому что еще лотка не было. И поставила воду, и потом и положила корм. Утром я прибежала, думаю, ну, что там произошло, как моя кошка? Когда открыла двери туалета, в общем, я была, конечно, тронута, потому что на дверях остались следы, потому что она, видать, очень сильно хотела выйти. Двери были сцарапаны когтями. Водичка была полностью выпита, и мягкий корм, который лежал, тоже был съеден. Я принесла лоточки, положила, все сложила, и так как я уже была дома, выпустила кошку, стала за ней наблюдать. Что, как, почему. Ну, кошка благодарная, она сразу подошла, попросилась на руки и сразу запела песенку. Очень приятно, так тепленькая такая. Когда я ее гладила, у нее, можно сказать, что пальцы проваливались в межреберное пространство, потому что она была настолько худенькая, что прям, ну, не знаю, как она вообще выжила. Прошло 2 дня, кошка включила сирену. Ну, видать, подошло время, я была в шоке,
когда она начала кричать. Ой, боже мой, контрсекс, бегу. Я быстренько сгоняла опять в магазин, купила все препараты, но мы тут успокоились. Это было еще не все. Кошка пила водичку, кошка кушала. Процесс проходил односторонне. В лотке жидкое это булькало, а твердого не было. Я думаю, ну ладно же, уже прошло 3 дня, как мы кушали. 4-й нету, 5-й нету. Ну, там животик проверила, вроде мягкий. Ну вот если еще не пойдет этот процесс, ну надо вести ее уже к ветеринару. Прихожу в очередной раз домой, это уже прошла неделя, мне уже плохо, у меня уже мысли всякие страшные. Ну все, завтра пришел, надо вести срочно. Открываю дверь, и у меня потекли слезы. Потому что дверь от туалета находится рядом с дверями квартиры. Я не могла вдохнуть. Был такой запах, что у меня слезы потекли от рези. Я всплакнула, вдохнула в коридоре. Быстренько забежала и замерла. Мне было страшно. Думаю, боже мой, лоток не закончился. Всего так много. Вытряхнула помыла. Да. В коридор опять сбегала, подышала. И давай искать Мусю. Муся, ты где? Муся, ты вообще есть у меня после этого процесса? Она вышла такая сполаженная. Вышла, нюхнула, я ее на руки потрогала. Нет, Муська, вот она вся целиком. Живот мягкий. Все, радость произошла. И после этого процесс нормализовался. Но так как вот эти вот песни и контрсекс в придачу, я решила ее стерилизовать. Отвезла в клинику. Процесс был сложный. Почему? Потому что пока я ее везла, она как человек, ей было плохо. В этой корзинке, и у нее началась рвота. То есть есть же люди, которые не могут ехать в автобусе, там, надо обязательно смотреть прямо. Вот я ее разворачивала, чтобы она прямо смотрела. Этого, наверное, было недостаточно. После того, как мы сделали операцию, она произошла недавно совсем. Пузико голенькое, и вот ее трогаешь, уже вроде холодать стало. И оно сейчас потихоньку стало обрастать, и как-то вот на нее смотришь, может, как же ты у меня через все вот это прошла такая маленькая. А для того, чтобы Муське не было скучно дома, мне одна очень добрая женщина сказала: возьми собачку, маленькую, полную. Она ее принесла в корзинке для мыла. И там же, кроме собачки, лежала еще игрушка. Думаю, ой, как хорошо, такая маленькая, им вместе будет вместе. Но самое страшное стало происходить потом. За неделю у меня собачка выросла, ну, наверное, сантиметров на 20-25. Весь двор наблюдал за этим процессом. И все спрашивали, чем ты ее кормишь? Думаю, как бы, наверное, кормлю, так кормлю. В результате собачка выросла достаточно крупной. Ой, и самое страшное, что она любит Мусю, облизнуть. И когда она подходит, облизнет Мусю. У Муси вся голова, шея и плечи входят в ее пасть. Муся кричит: «Мяу!» Я кричу: «Лиза, не трогай Мусю!» Лиза машет хвостом. И Муся, она поворачивается и смотрит на меня своими зелеными глазами с таким укором, что мне стыдно. Но с другой стороны, я уже Лизу никуда не дел. Самые хорошие моменты, когда Лиза засыпает, когда Муся выходит и начинает ходить по Лизе. Она подходит к морде, всю ее обнюхивает и потом идет по спине. Она выходит и начинает ходить. Она отомстила ей за свое углубление. То есть у меня сейчас дома весело. Поэтому хотите, чтобы у вас дома было все хорошо. Заведите кошечку, а в придачу будет собачку. Ну, ну все. Спасибо за внимание. Свердловск, 20.01.19. Около 6 вечера за магазином Кировский, аптека 24. На моего ребенка напала собака. На вид овчарка, довольно крупная.
просьба. Кто видел такую собаку или предположительно знает ее хозяина, убедительно прошу сообщить. В данный момент находимся в городе Екатеринбург, 9-я больница, на операции. Еще хочу выразить огромную благодарность нашей скорой. Ехать на экстренный вызов от пункта 15 минут. Браво, светило! И отдельная благодарность администрации Среднеуральска. Вы ждете, пока всех детей не поперегрызут. В детстве я подружилась со стаей бродячих собак, обитавших на территории заброшенной больницы. Как-то разгуляя там, я забрела в дальнюю часть, куда обычно никогда не ходила. Оказалось, те места принадлежат другой своре, с которой я знакома не была. Они окружили меня, рычали, и я уже была готова попрощаться с жизнью, как вдруг из-за угла вылетает моя стая и как в фильмах бросается в атаку. А мой любимчик, отгородив меня от всех, настойчиво толкает мордой в сторону дома, проводил до самой парадной. Тихо, тихо. Он ей еще квартиру подарил и полочку для моего шоу. Просто она забыла принять свой галы перед дом. И дельфин я на море спас. Колян Мороз. Куда ни глянь, дети с детьми дружат. А тут персонаж каждый день бегает дружиться с ворой одичалых собак. Это ж до какой степени нужно быть оторванным от общества? Это не есть норма, а родители куда смотрели? Галина Стафеева. Маугли. Колян Мороз. Галина, Маугли был воспитан волчьей стаей, а это вот выросло в человеческом обществе. Даже интересно, Маугли начал ходить на четырех конечностях, потом на двух, а это на четыре, надеюсь, не стало? Маугли признал себя человеком, нашел общий язык с представителями своего вида, а это... Ира Ахрем. Чтобы не наносить вред экологии, человеку надо вернуться в каменный век, жить в пещерах. Желательно разучиться добывать огонь. 95% всех пожаров на Земле – дело рук человека. А самое главное – перестать увеличивать численность людей. Планета перенаселена нами, остальным животным уже нет на ней места. И надо понимать, обратного пути нет. Мы погубим нашу планету, так что мы причастны все. Бродячих собак быть не должно, и это не обсуждается. Приюты только для потерявшихся хозяйских собак. Диким собакам в приютах делать нечего. Содержание их стоит дорого, социализация еще дороже. А по итогу безродные дворняги все равно никому не нужны. Дикие стаи отстреливать однозначно. Никакой отлов не нужен. Таких собак до конца не социализируешь. А отлов, помещение в клетку, невозможность спрятаться, присутствие человека вызывает у них дичайший стресс. Заставить животное пережить все это, а потом усыпить гуманно? Пуля в голову. Вот самое гуманное решение проблемы. Прикормленные стаи, имеющие опекунов, и живущие на определенной территории, кастрировать и запереть вольеры, построенные на средства тех же опекунов в месте обитания. Зарегистрировать этих собак на их кормилец кастрюличниц и спрашивать с них, как с обычных владельцев домашних животных. Заставить опекунов выгуливать своих подопечных на поводках и убирать за ними, как делают это все нормальные хозяева собак. Да, это очень осложнит жизнь опекунам. Это несколько серьезнее, чем просто выливание помоев любимым щенечкам. Настоящая забота о животных требует гораздо больше сил и времени. Но разве не вот эти вот кастрюличницы трындят в интернете, что мы в ответе за тех, кого приручили? Извините, не мы, а вы приручили. Так и разбирайтесь по этой, по полной программе. Раунд. Всем здравствуйте, меня зовут Аня.
я живу в городе Благовещенске, всегда тут жила и всю мою жизнь, а в семье, где я росла, у меня бабушек, дедушек, всегда были домашние животные. Одни бабушка с дедушкой жили в частном доме, там вообще кроме животных, кроме собак, кошек были многие другие. И, собственно, когда я вышла замуж, ну, у нас как-то особо не возникало разногласий по поводу того, что у нас кто не подарил. За месяц до свадьбы я увидела на одном из пабликов ВКонтакте объявление, что один мужчина подобрал кошку. Причем кошку с одним глазом. То есть по его описанию он буквально вот этот глаз висел в ниточке. Она не была на вид, как будто она из драки какой-то вылезла, да, с другим животным. Вероятнее всего, это был человеческий фактор. Он оплатил операцию, оплатил стерилизацию, то есть он сделал все, что от себя мог, и ей искали хозяина. Ну, я договорилась так, что я съеду и могу себе ее забрать. Когда мы с мужем ее забрали, она, в принципе, почти сразу нам прижилась, все было хорошо, она такая была интересная, пушистая, да. Вообще сейчас она похожа на маленькую рысь. Она такого небольшого размера. Все говорят, что она, наверное, котеночек, еще там молодая кошечка. Я говорю, да нет, скоро уже 10 лет. И все бы ничего. Но буквально через пару месяцев, как мы ее взяли, это было по весне, ну, мы заметили, что у нее какой-то вот насморк непонятный. Вроде тепло дома, все хорошо, мухи не кусают, а тут вот насморк. Ну, свозили ее к ветеринару, она написала капли. И я заодно спросила вообще, вот нужно ли левый этот глазик на месте этого глазика веки сшивать, чтобы там ничего не попадало, чтобы ничего не было. Ну, на что она ответила, что да нет, все нормально, если ей хорошо, если ей нормально, то никаких жалоб по отношению к глазу не проявляет, ничего не просит. Ну, собственно, мы ее прокапали, и в течение следующего месяца пришли с мужем к выводу, что мы будем ее пустить в другую клинику, подальше, правда, ну, зато она была для нас более понятная и нам она больше нравилась. И такая ремарка, недавно мы приехали в свою квартиру, он оказался рядом, кстати, очень приятный бонус оказался. Так вот, мы ее пролечили, прокапали, нас только вроде нет. Ну, уже лето наступило, уже вообще тепло. Все равно опять насморк начался, буквально вот через пару месяцев опять насморк. Мы уже повезли в другую клинику. Ветеринар посмотрела, там институты прописала какие-то, выявила там инфекция небольшая, как лечить. Кучу взяла. Мы пролечили. Ну и вот осенью еще надо раз из нас не проходила. Нам это, конечно, не нравилось, но вот уже где-то в октябре она так заболела. Температура была высмотрена, батареи подходит, греется. Ну, явно против ее. Уколы ставили, жалко было. Ну а что поделать, это вот ребенок, да, все съесть, скорее не понимает, что как бы его не мучают, а лечат. А кошки и собачки не до конца, наверное, надеются, мы думаем, что мы не издеваемся, так жалко. Тем не менее, вот залазила она болеть. И вот года три мы так вот мучились, что раз в 2-3 месяца мы ее сухими лечили. Либо просто капли, либо уже с грузиком с уколами. А тут у нее зуб с левой стороны начал гнить. На плановое смотрели в родителей, нам сказали, лучше его удалить. Ну, удалили этот. Ладно. И где-то через полгода произошла такая ситуация, что я ее как-то выгнула, купала, ну, вытерла ее с кудрой, у нее глаз какой-то левый, который не глаз, а какой третий, да, вот они не сшитые, я смотрела, какое-то вот покраснение непонятное. Ну, ладно. Раздвинула ее, зажала колено, говорю, ну, зато у него плеч какой-то, вот это вот. Не знаю, что там достаточно в какой-то сердце, да, на нем какой-то такой нарыв. Я испугалась, такая вещь, у мужа будет когда будет какая-то непонятная субстанция у него на груду. Повезли ее в клинику на следующий день. Ну, ветеринар рассмотрел и говорит, лучше, конечно же, все-таки сшить. Давайте мы ее причистим окончательно, повторно, чтобы там мало ли осталось. Петя, зачем? Все нормально. Да, конечно, хорошо. Все, в субботу мы ее повезли. Я на работу пошла, потому что выходной. Утро. Он мне звонит где-то часов 10-11, я трубку не брала, потом в обед читаю WhatsApp, у меня там фотографии муж будет, пишет, Аня, это что такое? Что случилось? Ветеринар мне прислал, я прилетела сейчас в клинику, а там на фотографии вот такая
на операционном столе вот эта вот маточка, и на ней глаз. Я думаю, господи, наверное, второй глаз уже вылезли. Звоню ветеринару, муж не берет трубку, она говорит, проверировали, все хорошо, я говорю, что случилось? А почему вы мне не сказали, что у кошки глаз там? В смысле там? В прямом говорит, почему у вас глаз в глазнице? Вы видите, его удалили, левый глаз. Я вообще ничего не понимаю, с работы как раз уже дорабатывала, срываюсь и еду в клинику разбираться. Она мне объясняет, ну я, говорит, как собиралась, на чистку остатки, говорит, я готова была к остаткам, потом туда птицу, все умыть. А тут, говорит, залажу, а это прям полный глаз, глазное яблоко. Причем мало того, что оно глазное яблоко, так его еще засунули, говорит, зрачком, ну, как это, внутрь. Я, говорит, в ужасе, оно, ну, такое уже подпорченное, как бы, ну, такое, ну, уже, я бы давила, все, я говорю, вы знаете, ну, я ей вся ситуация, приходите по сервису, эту кошку, в принципе, взяли с улицы, я думаю, мне бы ее уже было прибыло, вот такая ситуация, говорит, да, ну, видимо, говорит, такой замечательный, в кавычках, был ветеринар, который проведил операцию, что он не додумался ничего прекраснее, чем этот отмерший, грубо говоря, орган, который уже надо удалить. Просто обратно запихать. Она была вырезать полностью. И она говорит, что, скорее всего, у вас вот эти все проблемы с астмой, причем я только вот потом начала анализировать и понимала, что с одной стороны, если у нее больше было выделений, и зубы такие в основном с левой стороны, где на глаз удалили окончательно. Она говорит, что каким образом кошка с вами уже в тот момент, где ей уже было 6 лет, у нас с вами года 3 пробыла, каким образом инфекция не пошла в голову, каким образом не сбрыла мозг. Это вообще, говорит, чудо, потому что рядом, прямо с мозгом, грубо говоря, не ее глаз. Мы все в ужасе были, ее антибиотиками прокололи, все с тех пор, как отвело, она больше не сопливала, ничего у нее не было, зубки не гнили, мы ее там каждую там, неделю втерли этими мазями специальными дозами, чтобы не были зубы. Ну, сам факт, все замечательно. И я, конечно же, желаю всем, чтобы не было подобной ситуации, потому что, честно скажу, я все понимаю, но хочется вот этому человеку, который это сделал, то ли от большой глупости, то ли от шутки, я не знаю, может быть, он с веселого празднества пришел, не выспался, не снял уже работу. Хочется просто посмотреть ему в глаза и сказать, слушай, ты идиот или живодер, как к тебе относиться? Вот такая вот забавная, в кавычках, ну, грустная все-таки история. Девятое августа. Олег Остапенко, Максим. Сбил один подонок, сбил руку. И здоровый. Мой самый любимый котик был. И почему потом его перделка двухколесная сломалась? Вода с песком в бензобаке очутилась. Теперь никогда не починит. Максим молчал Олегу. Как вообще можно убить животное, особенно кошку? У меня никогда на такое рука не поднимется. Олег поставил на Максима. Максим, я скорее человека порежу на фарш, чем киску трону. А этот ехал и не притормозил. И то ушами задавил рот детей. Как различить зоошиза от остальных сограждан? Зоологический шизофреник люто ненавидит людей. Зоошиз лишен эмпатии и искреннего сострадания. Для зоошиза бродячая жизнь собаки, полная лишений, голода, болезней и опасностей, является этической нормой. А в каждом инакомыслящем человеке он видит лишь врага своим личным убеждением. Для зоозащитника, настоящего любителя животных, главным является качество жизни и безопасность животного в согласии с социумом, окружающим людьми. 2 сентября, 0:34. Олег Остапенко, Инне. Давно говорил, что род людской пора стереть с лица земли, но воз и поныне там. января, 14:09. Олег Остапенко, Инне. Этой зимой ожидается пара хороших эпидемий.
из тех, что убивает только людей, а не животных, не считая уже мелких катастроф, а то при больших бедствиях и зверюхи гибнут. 23 января, 21.03. Олег Остапенко ответил Ольге. Человек не достоин называться живым существом. Он раковая клетка на теле Земли. Неодушевленный биоробот. И био-то в нас всего-то 40, а остальное в нас пластик. Зоошиз для кого-то ругательство. Плохое слово. Хотелось бы, конечно, найти другое, хорошее, но затрудняюсь. Читаешь порой комментарии? Я собаку люблю больше детей. Собака единственная, кто меня понимает. Собака вам ничего не должна. Нам поучиться у собак и так далее, и тому подобное. Давайте по порядку. Чем вам так насолили дети, что вы собаку больше их любите? Не смогли воспитать? Ребенок огрызнется, выскажет, а собака промолчит. О том, что собака вас понимает, это еще один надуманный миф. Она просто приспосабливается к вашему настроению, подстраивается под интонации и всего лишь. А о том, что собака ничего не должна, а вы должны ходить на работу, воспитывать детей, помогать своим престарелым родителям, приходить на помощь друзьям и выполнять обязательства перед обществом. Чем собака лучше вас? Она хозяевам должна за все. За то, что ее кормят, содержат в надлежащих условиях, лечат, прививают навыки, обучают. Собака предана вам. Потому что не сосед Вася ее кормит, а вы. И другого общения она не знает. От этого привязанности возрастает. А вот если бы сосед Вася кормил отборным мясом, да еще и каждый день, то тут вопрос. Осталась бы собака с вами, а не ушла к соседу. Зоозащитники частенько говорят, мы в ответе за тех, кого приручили. Но есть у Экзюпери еще одна цитатка, которая очень точно определяет суть зоопоехавших. «Расплоди тараканов, — сказал отец, — и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель». Раунд. Меня зовут Наталья, и когда-то я была волонтером. А в феврале этого года со мной произошла такая ситуация. Моя хорошая знакомая, она тоже по совместительству занималась волонтерством, опубликовала пост в Инстаграме о том, что необходима помощь. Но не животному, а бабушке. Я не буду называть имен, потому как выяснилось, очень многие не знают. В чем была суть? Она в целом практически не ходит. Естественно, она очень взрослая, проживает одна, так как все ее близкие родственники не поддерживают с ней связь. Бабушка очень любит животных. В том числе она всеми силами пытается помогать кошкам из дома. И на данный момент, когда был опубликован пост, у нее было в квартире около 10 коров и кошек. Она их, естественно, кормит, да, за счет своей пенсии, пытается как-то помогать, то есть дает, выделила им отдельную комнату, чтобы они там обитали. И наша как бы задача заключалась в том, чтобы приехать, перестелить видный ноль, потому как сама она, естественно, не могла бы этого сделать.
коты, можно так сказать, своим присутствием там это все, естественно, попортили, там была антисанитария. Вот. Надо было прибраться, нужно было какую-то мебель обновить, там переставить, почистить. Ну, то есть мы как бы начали собирать волонтеров. Я согласилась. Вот. Были даже собраны кое-какие средства. Мы нашли компанию, которая была готова закупить линолеум, перевести, нашли работников, которые были готовы перестелить этот линолеум. Ну и, собственно, в назначенный день мы с моей знакомой, да, и еще около 8 девочек, мы поехали на квартиру. Жила она далеко, реально горной. Когда мы зашли, ну, в целом, как бы понятная квартира, да, естественно, все пахнет, потому что достаточно большое количество животных. Сама бабушка, можно так сказать, обитает на кухне. У нее там спальное место, телевизор, зал полностью отдан, скажем, под котов. Плюс еще одна комната, которую бабушка сдавала. Молодой парень, их, ну, на тот момент не было дома. Мы, собственно, разложились. Когда зашли, начали выбираться. Бабушка нам все рассказала. Здесь, вот здесь, вот здесь нужно было все. Открывали, начали как бы делать свое дело. Ну, то, что там ужасно все было, это как бы понятно. То есть, помимо того, что в целом животные были по большей части дикие, то есть ни о какой социализации, естественно, не шла речь. Ну, кое-какие-то, конечно, естественно, могли там выйти к нам, ластиться, но в целом они были зашуганы, они прятались в диванах, в окнах, ну, по углам, они шипели, рычали на нас. А помимо всего этого было огромное количество тараканов, пауков, личинок и прочего. Весь линолеум пах, мочой, естественно, несмотря на то, что было достаточное количество лотков, не все животные как бы к этому приучены. Бабушка, наверное, тоже как бы обучением не занималась. Вот. И мы, собственно, приступили. Все как бы было нормально. Правда, на тот момент, когда мы начали, собственно, нашу уборку, у меня начали закрадываться подозрения, что что-то не совсем так. Бабушка пока была на кухне, вот, мы начали все это вытирать, разбирать. В какой-то момент она начала заглядывать в комнату, посматривать, вот, ну и, видимо, заметила, что возле стены стояла большая антресоль, деревянная, советская, некоторых полочек не было, потому что там, как бы, находились котики. Вот. А в других шкафчиках были старые медикаменты, пеленки, на верхних, куда бабушка, естественно, не могла выбраться. Все вот эти, собственно, постельные принадлежности старые, они были в личинках тараканьих. То есть вот это вот все. Мы это все, естественно, доставали и выкидывали. Но в какой-то момент, видимо, бабушка увидела, что мы выкидываем это все, и сказала, не нужно этого делать. Ну как, вы же понимаете, что если мы сейчас это не берем, оно все будет находиться у вас. И как бы это не было очень хорошо, потому что как бы коты здесь обитают, зачем им все? Бабушка нам еще раз сказала, что не нужно ничего выкидывать. И удалилось. Ну, мы так подумали и подумали. Сначала вроде как отступили, но в какой-то момент, когда мы нашли еще пару таких полок с этим огромным количеством насекомых, мы решили, что нельзя там все оставлять. И придумали план по тому, как отвлекать бабушку, чтобы все это утилизировать. Мы нашли нашу девочку-добровольца, которая любила поболтать, мы просили ее посидеть на кухне с бабушкой, послушать ее грустные истории. Вот, в этот момент, я не говорю, мы на носочках, тихонечко, в мешочке, бесшумно, шепотом, разговаривая, складывали мусор, какие-то вот эти бутылки, какие-то совершенно были какие-то пластиковые бутылки, на случай, если бы, видимо, всю воду в городе выкачивали, и там были бутылки. Мы это все сложили в мешок, тихонько открывали дверь, там 5 минут, чтобы она нигде не скрипнула. Я бегом эти мешки по подъезду вытаскивала на улицу, чтобы хотя бы потом же на улице с этим разобраться. Но нужно было вытащить это все из квартиры, потому что это все воняло, это все выглядело очень плохо. При этом я слышала, что в какие-то моменты бабушка что-то, видимо, заподозрила, что что-то какая-то возня началась. Вот. Но наша знакомая очень хорошо так и удерживала этот момент. Вот. Мы выволокли весь этот мусор. Ну, как бы, в
вроде как немножко подуспокоилось все. Мы начали дальше, собственно, проводить уборку, но через какой-то момент бабушка опять начала заходить и забирать в комнату. Но уже делала вот так. А где мама? И что, какая мама? Ну, беленькая такая. Мы поняли, что она считает кошек. Не знаю, где-то здесь была. И мы видим, что бабушка начинает очень сильно волноваться. Волноваться с перемешкой с такой небольшой раздраженностью. Она, видимо, посчитала, что, может, мы воруем кошек. Вот. Потому как она пошла ее искать по всей квартире. Маме бедная где-то залез, по-моему, под диван, в итоге мы ее нашли. Она с такими глазами сидела, она все это смотрела. Вот. Но бабушка, да, скажем, несколько раз заходила, пересчитывала, спрашивала, смотрела каждого, спрашивала конкретно каждую девочку, которая там находится, а где. И в очередной раз мне показалось, что что-то не так, что не все может быть так однозначно. Скажем, последней каплей было то, что когда мы с моей знакомой, собственно, которая после которой я откликнулась, прошли на кухню, потому как уже основная уборка была закончена, все должны были подъехать менять линолеум. Мы пошли на кухню просто посмотреть на состояние животных, потому что, ну, мало ли, кому-то там надо медикаменты собрать, ну, как обычно, как листогонить или еще что-нибудь. Мы нашли на кухне тряпочку шерстяную. Ну, просто котик, вот он лежал, он был в очень плохом состоянии, он просто лежал, смотрел в одну точку, и у него было ощущение, что он просто, ну, умирает прямо сейчас. Естественно, моя подруга как бы немножко начала его все рассматривать, ощупывать, он есть в этом опыт. И мы поняли, что ему нужна помощь. Вот прямо сейчас. Вот. Бабушка заметила, что мы что-то делаем все, потом, естественно, очередной раз напряглась. Мы ей все рассказали, сказали, что ему очень плохо, и что нужно что-то делать. Давайте мы сейчас возьмем его, сами свозим в ветклинику, его осмотрим, может, какие-то капельницы нужны, и потом привезем его. Что она сказала? Нет, не надо. Он говорит, полежит, ему все будет нормально. Что они там эти врачи сделают? Ну, и, наверное, я не настолько была сдержана, как моя знакомая, потому как меня начало уже сильно колотить от того, что ладно, хорошо, когда тебе жалко пеленок, но когда тебе не жалко животное, которое умирает прямо у тебя на глазах, я такого не понимаю. Мы начали в очередной раз объяснять, что вам не нужно ничего делать, вам не нужно тратить деньги, вам не нужно... Вот мы ничего, мы все сделаем сами, только можно мы его возьмем? И тут бабушка просто начала от нас кричать и сказала, что мы как бы убираемся уже все отсюда, из квартиры. Она нас начала выставлять. Я, естественно, не выдержала, все это дело как бы бросила и уехала. Потому как, ну, уборка была закончена, это главное. Вот, моя знакомая осталась как бы пытаться уговаривать ее забрать кота. Ей не удалось в этот день, удалось чуть позже. Через какое-то время, через неделю, все-таки она и отдала его на осмотр. Его отвезли в ветклинику, сказали, да, что там все очень было с почками, с печенью. Ну, то есть ему поставили капельницы. Несколько дней моя знакомая сама ездила, когда бабушка ставила лично капельницы этому коту. В итоге потом она объяснила врачам, что, ну, не будет возможности ставить капельницы ежедневно, потому что бабушка не умеет. И ему прописали медикаментозное лечение. На что моя знакомая все расписала, разложила таблеточки, объяснила бабушке, что нужно давать, когда, купила корм специализированный, потому что, ну, нельзя вискосом кормить больных котов. И на следующий день она сказала, что она ничего не стала мне давать. Она сказала, да не надо. Я не знаю сейчас, что с этим котом. Мы в целом как бы больше, ну, я, по крайней мере, я больше к ним не ездила. Как потом выяснилось, эта бабушка достаточно известна в волонтерских кругах. Она, можно так сказать, любит просить помощи у всех, ссылаясь на то, что она бедная и несчастная. Я не спорю, конечно. Но
Опять же, как мы потом выяснили, ее семья ее не бросала. С их слов, она сама перестала с ними общаться. Ну, по каким-то своим личным причинам, возможно, они не понимали, еще что-то. Вот. И в этой ситуации сказать, что я рада, что я помогла, я не могу. Потому как я считаю себя причастной к какому-то преступлению, если честно. И с моей точки зрения, лучше бы, чтобы все эти животные, наверное, остались на улице. Хотя бы просто потому, что, возможно, у них был бы выбор. Спасибо. Подари надежду. Кошкин дом. Благовещенск. Кошкин дом объявляет день стольника. Вы думаете, справиться без нас? Не справимся. Вы думаете, мои 100 рублей не спасут? Спасут! Сегодня каждый может помочь нашим хвостикам, пожертвовав 10, 20, 50, 100 рублей. Ведь что такое 100 рублей для одного человека? Для кого-то 100 рублей – это чашка кофе, чая в кафе, пачка сигарет, мороженое, бутылка пива, пачка чипсов, глянцевый журнал. Как мало для вас и как много для них. Сегодня мелочь в вашем кармане может кого-то спасти. Помогите животным, и душой вы услышите спасибо минимум на двух языках – кошачьем и собачьем. Реквизиты для помощи. Быть добрым за чужой счет. Легко. Нет ничего героического в том, чтобы вылечить тяжело больное животное за счет благотворительных сборов материальных средств. Любой человек при желании сможет спасти бездомное животное, если этот благородный порыв будет реализован за чужой счет. И это не обвинение, нет. На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы сделать доброе дело не в одиночку, а в семье. Плохо, наглый, слепо рассчитывать на чужую помощь и не рассчитывать на себя вообще. То есть точно так же нормально помочь бездомному зверю всем миром, так же и нормально не получить этой помощи, потому что никто никому ничего не обязан. Ответственность за оплату лечения животного в ветеринарной клинике несет не мир, а человек, подобравший и принесший в клинику. И это понимают далеко не все. Некоторые зооволонтеры без каких-либо сомнений подбирают десятки животных, ну или одного, но из серии «Спасти неспасаемое», лечение которых стоит сотни тысяч рублей, как бы заранее ставя общество перед фактом. Вы обязаны мне помочь, и без вас я не справлюсь. Естественно, большинство адекватных людей понимают, что это твои проблемы, и думать нужно было, прежде чем браться. И с каждым годом все меньше людей ведутся на такой моральный шантаж. Только вот крайним остается не волонтер, а ветеринарная клиника, которой просто-напросто не возвращают материальный долг. Особенно, если спасти неспасаемое погибло. Волонтер со спокойной душой и с мыслью «я дала шанс» уходит, не понимая, что дала его за чужой счет, за счет клиники и врачей, которых потом еще и обвинит в том, что не спасли бедное животное, доставленное в клинику в состоянии, в котором спасти его было уже невозможно. Одни реанимации стоят очень дорого. Раунд. Все коты попадают в рай. Очень надеюсь, и ты тоже. Пусть тебя не тревожит, что до сих пор скучаю, что до сих пор все игрушки в доме, миски так и стоят на месте. Как ты там?
интересно. Я не могу забыть, не помнить, вычеркнуть, выдохнуть, пережить. Слушай, морда моя, скажи, там тебя вкусно кормят? Там, где ты есть, тебе не скучно? Мне невозможно. Мороз по коже. Каюсь, смотрела в приюте кошек. Каюсь, плачу. Плачу беззвучно. В доме так холодно, тихо, гулко. Очень надеюсь, тебе получше. Ты покажись мне с неба лучиком. Мне ведь все хуже с каждой минутой. Все коты попадают в рай. Очень надеюсь, и ты тоже. За меня не тревожься. Спи, моя морда. Прощай. Старый сценарий есть дом в двухэтажных окошках. Он был построен в каком-то там 15 век. Рядом жила бесподобная красивая кошка. Кошка, которую очень любил человек. Нет, не друзья. Кошка просто его замечала. Чуточку щурилась, будто смотрела на свет. Сердце стучало. Ах, как ее сердце мурчало, когда при встрече он тихо шептал: «Привет». Нет, не друзья. Кошка просто ему позволяла гладить себя. На колени садилась сама. В парке однажды она с человеком гуляла. Он вдруг упал. Но кошка сошла вдруг с ума. Была соседка, сирена, неслась неотложка. Что же такое творилось у всех в голове? Кошка молчала. Она не была его кошкой. Просто так вышло, что он был ее человеком. Она не спала, не пила и не ела. Просто ждала, когда в окнах появится свет. Просто сидела и даже слегка посидела. Он ведь вернется и тихо шепнет мне: «Привет!» В старой Самаре есть дом в двухэтажных окошках. Минус 7 жизней и минус еще один век. Он улыбнулся. И правда ждала меня кошка? Кошки не ждут. Глупый. Глупый мой человек. Приют для животных. Друг. Днепр. 6 февраля 2018 года. Новости о морозках. Мы получили результаты гистологии, которые никак не порадовали. У морозка плоскоклеточный рак. Общее состояние лучше, он покушал сам, с аппетитом. Но во время еды повредил себе мордочку опять. Она раскровилась. И сегодня он уже вроде хотел кушать, не смог самостоятельно. Кормимся из шприца. Трубка уже не нужна. По лечению. Друзья, мы не знаем, как быть. Давайте решать вместе. В принципе, шанс есть. При таком диагнозе химиотерапию не делаем. Морозка нужна, лучевая терапия. Мы нашли, где можно делать это животному. Стоимость 3000 гривен за одно облучение. Их нужно 7-8. Итого 24 тысячи гривен. Плюс дополнительные расходы на переезд, это не приезд, и на госпитализацию. Это стационар, передержка, питание, дополнительные медикаменты. Сейчас таких денег, конечно же, нет.
Как Морозко перенесет такую нагрузку, зависит только от Бога и от него самого. Но сначала нам снова нужно его обследовать. Рентген нижней челюсти, УЗИ сердца, анализ крови. Как быть? Насобираем эту сумму. Светлана Лапина. Жить в мучениях оставшиеся дни жизни. Не лечится рак. Зачем его так мучить? Это какой-то изощренный садизм. Наталья Марченко. Ну давайте попробуем. Ольга Павличенко. Ёлки-палки, у вас совесть-то есть, но вообще ну хоть грамм. Перестаньте издеваться над бедным животным. Отпустите его. Диана Туваева. Перевела сегодня котику денежку. Морозко, держись. Россия тоже переживает за тебя. Надеюсь, все будет хорошо у Пушистика. Ольга Погодина. Прекратите мучить кота. Елена Семчук. 300 для Морозко. Попробуем. Можно мордочку зашить, хоть немножко, чтобы он кушать сам мог? Сколько будет стоить пластика? Татьяна Могилко. Я все понимаю, очень жаль Морозко, но вы видите в этом смысл? У кота нет верхней челюсти, он может сам кушать, пить, даже облизать себя. Зачем животное будет мучиться? Ну, морда-то обратно не вырастет. Делать пластику? Ну так денег понадобится не меньше, а то и больше. Спасти животное, чтобы он прожил остаток жизни в мучениях, как по мне, уже достаточно. Любовь Сибенко. После всего, что он перенес, просто немыслимо будет опускать руки. На днях буду снова в цивилизации и перешлю денежку котику. Наталья Соломашенко. Только животным с более высокими шансами можно спасти. Это очень тяжелый выбор. Марина А. Конечно. Если вы говорите, что шансы есть, то усыплять будет. С другой стороны, денег нет. Я даже не знаю, что делать. Это большие деньги. Нашкребем ли? Зоошиза против причинения животному боли. Любой боли. В принципе, это правильный гуманистический посыл. Никакому живому существу нельзя намеренно причинять боль. Но при этом сами зоошизы поощряют пролонгирование боли и мучений своих подопечных животных. На своих страницах и созданных ими пабликах они размещают фотографии животных со страшными ожогами, со снятой кожей, со множественными переломами, без лап, парализованных, с гноящимися ранами, с тяжелыми, трудноизлечимыми заболеваниями. В этих животных изо всех сил поддерживают жизнь. Нет, существование, лекарства. Зачем? Все просто. На лечение этих животных объявлены сборы на огромные суммы. Еще большие суммы собирают на протезирование собакам и кошкам, оставшимся без лап, на коляске парализован. И люди делают пожертвования. На выживание заведомо смертельно больных зверей приводятся немалые деньги. А когда напичканный препаратами кот или пес умирает от боли и заражения крови, воя и скуля в собственной моче, не имея возможности хотя бы уползти и умереть в одиночку, то зоозащитники пишут пост о том, что такой-то зверь отмучился и ушел на радугу. Всем пожертвователям спасибо. Деньги будут потрачены на нужды других животных. Беспроигрышная схема, работающая уже много лет без сбоев. Подари надежду, кошкин дом. Мы повторяли и будем повторять. Мы против жестокости. Мы против любой жестокости. Мы против. Чтобы животные причиняли вред людям, а люди – животным. Не нужно выбирать, кому жить, а кого убить. Мы за добро и взаимопонимание между всеми живыми существами. Для благополучия одних не обязательно кому-то умирать. Мы за жизнь и здоровье каждого.
Раунд. Здравствуйте. Алексей. Это мои животные. Кошки. У меня две кошки и один кот. Вот. Все они, как принято сейчас говорить, инклюзивные. У меня у кота нет глаза. А кошки вот. А у кошек нету лап. У одной нет передней лапы, у другой нет задней лапы. И вот как бы об этом я бы хотел рассказать. А Сибир достался мне просто случайно, потому что у меня вообще был кот до него. Вот. Но я увидел объявление на страничке Сибиров. И мне его стало жалко, потому что у него не было глаза. Ну, я думал, как бы, если его никто не возьмет, ну, наверное, я возьму какие-то свои знакомые. Сказал ты, если там кто-то, если что, ну, если никто не возьмет, пусть мне дадут. На что она мне скажет, ну, не волнуйся, Алексей, как-то все, его уже забрали, все нормально. Прошло несколько дней, она мне звонит и говорит, слушай, Леша, такая история, в общем, у него нет хозяина. Леша, что случилось? Она говорит, ну, как бы, девушка, которая его взяла, она живет в съемной квартире, и получилось, что как бы у нее уже есть свой кот там, вот, а хозяйка этой квартиры, она против животных, я не знаю, как это своего кота держала. И, в общем, встал вопрос, она взяла этого котенка, ему было 2 месяца тогда, и она его выкинула в подвал. Вот. При том, что кот у нее чем-то болел заразным, и, соответственно, Сильвер, он тоже был заразным. И когда мне его отдавали, мне его принесли в клетку, сказали, надо выдержать неделю его отдельно от других животных. А у меня уже на тот момент был кот. Вот. И я как бы поставил эту клетку с Сибиром в туалет. Вот. Но меня хватило только на 2 дня, потому что, во-первых, Сибир понял, что когда он переворачивает воду, приходит кто-то, меняет там, там можно с ним что-то поговорить, там комнаты и так далее. И он начал просто эту воду переворачивать, просто чтобы кто-то с ним был. Ну и опять же смотреть, как котенок находится в клетке, в которой должна быть птица, там, не знаю, размера попугай, как-то мне не очень было, поэтому я ее принес, поставил в зал. Вот, пират так подошел, кто-то стрелял, блин, ты что, типа, обалдел, что ли, нафига нам это принес? Вот, но нормально все прошло у них, вот, Сильвия уже, он живет у меня уже 9-й год, отсутствие глаза вообще не мешает им паразитам мелким. А вот, который периодически меня проводит до белого колени. Вот. Он единственный, кто спит со мной в кровать, он приходит, то есть остальные кошки этого не делают, он приходит, там, ложится под бочок там, и спит. А вот. И будет и тоже единственная сволочь, которая будет меня по утрам. То есть тычется своему физиономию в лицо, урчит, то есть от него невозможно укрыться. То есть, он тогда у меня стоит такой компьютерный стол, если я не встаю, он бежит за прикрыть на стол, начинает оттуда так полномерно все скинуть на пол. Если я ему там, Сильвер, твою мать, он такой, раз, и ко мне накрывается, такой, проснулся, я типа спать, он опять бежит обратно на стол и опять скидывает. Вот это может продолжаться 4-5 раз, пока я уже как бы не встану, либо так вот. Вот. Это вот как бы Сильвер. Трешка, у нее другая история, она тоже здоровая кошка. Вот. Бабушка, которая как бы их подкармливала, заметила, что ее кошки, вот, которую примечала, ее нет. 3 дня нет, она давай все покрасит, две кошки, никто ничего не знает. Потом кто-то ей сказал, что слышали кошачьи мяуканье в подвале. Она туда спускается, в общем, кошка застряла лапой между перилами и стенкой. И она 3 дня провисела на этой лапе. Вот. Естественно, у нее началось отмирание ткани, некроз, и ей эту лапу пришлось ампутировать. Вот. Ее принесли мне. Честно, я даже не помню, почему я ее взял, но это тоже по той же причине, потому что я еще что-то по-моему нужна будет. Вот. А у меня уже как бы было 2 животных, где 2, там 3. Вот. И взял. В принципе, она очень робкая. Очень пугливая, то есть вот она тоже живет у меня уже, считай, 5-й год. Вот. Первые 2 года, когда ко мне кто-то приходил, она пряталась под кровать, она не выходила, даже если хотела пить, кушать, в туалет, она ждала, пока все уйдут. А вот в последние 3 года с ней произошла удивительная метаморфоза, она выходит в гостях.
дверям, подходит, гости тоже умиляют, говорит, о, ты чего, вышла, то пряталась, пряталась. То есть она подходит, запрыгивает, просится к тебе на коленки. Сама запрыгнуть она не может, потому что у нее нет как бы задней лампы. То есть она сидит и смотрит на тебя, знаете, как тот котик в Шреке. Вот он сядет и смотрит. Ничего не говорит, просто смотрит. А ты сидишь на компьютере, играешь, так смотришь, там на тебя вот два голубых глаза смотрят. Я говорю, ну, трошечка, я не могу, меня тут убивают. Как бы. Она ничего не делает. Я все понимаю. И сидит. И вот ты ее берешь, когда ты ее поднимаешь, она еще лапой задней отталкивается, теперь я тебе помогаю. Подпрыгивает, как ты вот ее положил на коленки, все, она учит, ты ее гладишь, там, все такое прочее. Вот. Притом она может постоять за себя. То есть, когда там Сильвер ее достает, она шипит на него, там, вообще, там, друг с другом они иногда так воюют. Вот. А Чара, это буквально 2 года она у меня живет тоже, она без лапы, но у нее передняя лапа, это кошка с Екатеринославки, то есть в нее стреляли. Пуля застряла в лапе, ну, тоже началась гангрена, я так понимаю, и тоже ей удалили переднюю лапу. Вот. То есть если как бы трешка не может запрыгнуть, то у, допустим, Чары у нее другая проблема, ей тяжело спрыгивать. То есть она как альпинист там сползает, потом только прыгает. Ест как не в себя до сих пор. Ну, то есть уже как бы поспокойнее, то есть она такая сейчас как бы была худющая, страшная, когда я ее принес. Боже, зачем мне такая страшная кошка? Они глазищие, у нее глаза вот они ярко-желтые, такие, знаете, с монголовым таким разрезом, вот такие вот. И вот она, когда на тебя так смотрит, и она как собака. То есть ты, когда ее гладишь, начинает тебе лизать руки. Она лежит руки, вот, и сейчас она такой колобочек. Упитанная кошка, самая тяжелая кошка из всех троих у меня. Вот. И тоже, но она боевая. То есть, вот если трешка она очень робкая, то как бы Чара, она такая боевая, она в первом деле, когда я привез, она побежала по всей квартире. Так, что тут находится, что тут, ага, еда, чик-чик-чик-чик, все сожрала везде у всех. Вот. И как бы вот так. То есть, что мне очень нравится в моих кошках, да, это то, что, допустим, человек на их месте, он бы, наверное, впал в какую-то депрессию. Вот у меня нет руки, ноги, глаза, все, меня никто не полюбит, я не найду работу, меня никто меньше себя будет прокормить. Вы знаете, их это вообще не волнует. Есть у меня нога, нет у меня ноги, это не мешает им носиться со скоростью там бури по квартире, когда они там устраивают скачки, я переживаю за соседей с первого этажа, потому что они иногда жалуются, потому что когда они прыгают там по всей квартире, это достаточно тяжело и мощно. Вот. Еще мне нравится такая мысль, что поскольку кошки живут намного меньше, чем люди, люди для них как энзи, бессмертные. Да? То есть вот кошка на ее памяти мы, в принципе, практически не меняется. Вот каким она нас видит, когда мы ее берем, так таким же она видит, наверное, нас в последний момент в своей жизни. Вот. И поэтому мне кажется, что все-таки мы тут много говорили, должны мы, не должны там животным. Я не знаю, вот я чувствую, что если я могу что-то сделать для них, я делаю. Вот. Мне бы хотелось, наверное, чтобы после этого спектакля каждый зритель как бы подумал и сделал что-нибудь для бездомных животных, то, что ему по силам. Если может приютить, приютить, если может покормить, покормить. Если проход может не пройти мимо, видят, как собака, например, нападает на котенка, это уже будет хорошо. Значит, этот спектакль будет очень хорошо. Среди балахла и картона у серенькой кошки родился котенок. Беспомощно тычась пушистую шкурку, беспечно сосал счастливую муку. И кошка, прижавшись к сыночку бочком, лаская шершавым своим язычком, и громкую песню напевала все целовалы и целовалы.
где-то смеялись и плакали люди, а где-то и страшно хвалили орудий. Политики землю делили на части, и кто-то мечтал о богатстве и власти. И только в подвале, под старой доской, царили гармония, мир и покой. И серая мурка была несомненна для новорожденного центром вселенной.